Глава Северского района в рамках объезда социально значимых объектов посетил Смоленское сельское поселение. Андрей Дорошевский проверил ход работ по благоустройству станицы Крепостной. На улице Мира появился новый бетонный тротуар протяженностью 600 метров. В центре станицы планируют обустроить новый сквер с пешеходными дорожками, скамейками, освещением и детской игровой площадкой. Неоднократно жители станицы Крепостной на сходах обращались с вопросом, навести порядок, сделать такие объекты, которые будут притягательны для всех жителей Крепостной. Поэтому отлично будет, если действительно он осуществится, этот проект, и здесь будут новые площадки. Проверили состояние братской могилы. Этот по-настоящему важный вопрос находится на особом контроле у Андрея Дорошевского. Глава дал поручение в кратчайшие сроки облагородить территорию мемориала и высадить дополнительное зеленое насаждение. Посетили станичное отделение почты. Здание находится в аварийном состоянии, отопление печное. Отделение стоит в очереди у Почты России на ремонт. Андрей Дорошевский предложил перенести отделение в пустующее частное здание и поручил проработать этот вопрос с его владельцем. Глава района осмотрел здание Дома культуры. Здесь провели ремонт, обустроили народную библиотеку и зрительный зал. В комфортных условиях проводят занятия с детьми и вместе читают книги. В завершении глава проверил ход замены 5% водопроводных сетей в станице Смоленской.